всегда очень нравилась эта партия, я даже не мечтала, что я смогу ее петь, но я пошла на этот шаг, я рискнула и, в общем-то, не жалею. Я спела уже 6 постановок, не считая повторов. И, ну, я не считала, сколько спектаклей, но много. Ну, я думаю, в музыке Верди, конечно, очень сильные хоры. Здесь на них нужно обратить внимание. Хор ведьм, хор воинов. Это абсолютно потрясающая музыка. Ну, помимо, конечно, естественно, главных персонажей Макбета, леди Макбет, Банко, Макдуф. Все замечательные, интересные персонажи. Партия леди очень сложная, насыщенная, огромный диапазон. Высокие ноты, низкие ноты, колоратура, пиано, форте. В общем, все, что только может пожелать сопрано в этой партии. Конечно, и трагедия Шекспира, естественно, которую я знаю, к сожалению, я не могу ее прочесть в оригинале. Я не так сильна в английском языке, тем более шекспировский английский язык, он очень сильно отличается от обычного британского языка. Но, конечно, музыка Верди сделала свое дело, и леди, особенно леди именно в этой опере, она очень ярко прописана, очень ясно, кто она. Агрессивная, злая, очень целеустремленная. А в последней сцене абсолютная, полная противоположность всего. Абсолютно раздавленный человек, который еще все равно сопротивляется ввиду своего характера. И она еще его продолжает над ним издеваться, издеваться над смертью Макдафа и его детей. Она сквозь вот этот кошмар, в котором она живет, она не может успокоиться, она не может заснуть, и это ее страшно раздражает, выводит из себя и делает глубоко несчастной, она страдает страшно. Это, вот это все, конечно, в этой заключительной сцене, сцене сомнамбулизма, оно все показано у Верди. Thank you.